Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем, пожалуй, ежедневные награды, аж две штуки. Так, давай здесь заберем, видимо, я в прошлый раз забыл. И здесь, отлично. Так, что у нас по деньгам? Хреновенько. Мутаген тоже как-то не айс. Ну-ка, давай забежим в магазин, посмотрим, что нам здесь выпадет. Давай, порадуй папочку. Там кто у нас? Ага, Бакстер-муха. Ладушки, сгодится. Давай здесь заберем. Так, поднять уровень персонажа. Опять сейчас будем с вами думать, кому бы нам поднять этот чертов уровень, а? Слушайте, а давайте-ка мы с вами замутим, знаете что? У нас лисичка, да? Погоди-ка, а у нас почему... А, погоди-ка секунду. А что это у него за навык тут? Налет? Ну давай выучим ему налет. Так, а уровень? Ага, не могу поднять, ребят. К сожалению, не получится. А хотелось бы. Так, а что у нас у Микеланджело? Ну-ка. Вот. Вот вам и космос, да, типа? Вот вам космос. Ладно, давайте повысим до второй ступени. До третьей даже можно? Хорошо, давай до третьей. Да ладно, еще скажите. Действительно, ребят, смотрите. До четвертой ступени мы прокачали с вами... навык, вот вам космос. Слушайте, нифига, давайте посмотрим. Может быть, еще у кого-то здесь можно что-то проапать, нет? Наверное, нельзя. Слушайте, а мы хотели у Леонардо, если я не ошибаюсь, прокачать навык вот этот, да? Мы же с вами не закончили это дело? Нет, не закончили. Нам нужно еще 11 книжек, ребят, найти. Давайте попробуем надыбать. 11 книжек, это очень... много, уже 10. Уже 10. Так, ну-ка. Не везет. Я боюсь, ребят, мы сейчас тут с вами всю пиццу, наверное, и оставим. А, в принципе, какая разница, да? Даже если мы с вами оставим пиццу, все равно нам девать ее некуда. Мы сейчас с вами здесь поищем и пойдем на арену. Потому что в испытаниях у нас совсем другой сыр нужен. Да и к тому же мы там дошли до своего предела. Единственное, что, конечно, хотелось бы, ребята, секунду, может быть, мы поищем ДНК на кого-нибудь, а? Чем вот так вот сливать все будем? Так, секунду, давайте посмотрим. Вот, конечно же, давайте Острозуба найдем. По-быстренькому с вами. Ну-кася, ага, дудки. И еще попыточка очередная. Ну давай, давай, не выкаблучивайся. Вот, вот, ребята, о чем я и говорил. Острозуба мы с вами нашли. Ну что ж, давайте. Так, 5000 мутагена нужно. Давайте развивать. Что ж поделаешь. Хоть он мне и не нравится, если честно, ребята. Не нравится он мне и все. Так, у него получается вожак первой ступени 7. Острозуб угрожающий ощетинивается. Ё-моё, ощетинивается. В начале хода есть вероятность 10% усилить физическую защиту на 50% в течение 2 ходов. Понятно. Мутагена, ребят, у нас, правда, мало осталось, но ничего страшного. Оу, давайте искать Бакстера. Да-да-да, он скоро у нас, ребят, созреет, и мы тоже его сможем прапать. Так, здесь нам ничего не повезло. Давай здесь посмотрим. Ага, есть. Одну ДНК мы все-таки урвали с вами. Будем надеяться. Вот, еще одну, отлично. Так, переходим вот сюда. Будем теперь его здесь искать. А ну-ка. Вот, везет нам сегодня. Ха-ха, как ни странно. Давай, не подведи. Во, крут. Крут, как говорится, прут. Давай еще, еще. Воу, 3 из 3, это просто бинго. По-другому не назвать, ребят. Так, ну что у нас там по заданию? Все, нет, не все. Так, забираем здесь. Пройти одну серию испытаний. Это проще пареной репы для меня, ребят. Так, ну что. Возьмем... Да, в принципе, какая разница, можно любого здесь брать. Леонардо, Рафаэль, Зек, Крис и Рокзар. Поехали, ребята, в бой. Но это мы, естественно, все пропускаем. И поехали, мы помчались. Ну что, хламоны, загрустили вдруг вот тут у меня. Давай начнем потихонечку, да, бомбить. Так, он как обычно кричит. А, нет, он хильнулся. Я думал, он кричит. Ну что, разбираем. Давай вот так вот сделаем. Оставшийся, ребята, сыр мы все-таки с вами спустим на нахождение ингредиентов для вертушки
Леонардо. Я думаю, что это будет справедливо и честно по отношению к нему. Да? Потому что он у нас хорошо рулит, и вы это прекрасно знаете. Смотрите, как он это все это делает. Опс. Надо же, мы даже не смогли добить. Ладно, добьем так. Минус. Здесь, конечно же, возьмем провокацию Рафаэлем. Все, и давай так вот бомбочку бросим. Отлично. Так, прихлопнем. Нет, не прихлопнули. Ну-ка, пробьешь, Лео? Нет, не получилось почему-то у него. Если бы сейчас бы Крис, предположим, бы сделал проникающей ногой, то любому мог положить, в принципе. У него довольно сильный удар. Все, прошли мы вот это вот задание с вами. Соответственно, забираем реворд и двигаемся с вами дальше. Ну, давай, давай, давай. Это все пропускаем. Так, собираем. И реворд, обязательно реворд. Что там? Поднять уровень персонажа. А мы так и не подняли, да? Мы так и не подняли. Мы что-то забылись с вами и как-то это дело пропустили. Нужно теперь найти. Давай попробуем Хану. Да? Вот, все, ребят, выполнили. Давайте забираем реворд, даже два. Раз и два. Так, карточка Рафаэля нам досталась. О, мы здесь сможем с вами мутагенчика даже немножко заработать. Хм. Слушайте, это грех отказываться от такого дела. Тем более мы с вами будем искать ингредиенты. Давайте, наверное, по-быстренькому сейчас пробежимся. Потом пойдем уже на лигу. На лиге быстренько, опять же, пробежимся. Не знаю, сможем ли мы с вами дойти до Сёгуна двух звезд. Хотелось бы, конечно. Но небольшие у меня есть по этому поводу сомнения. Во-первых, нас наверняка сбросили с этого Сёгуна. Я вам точно это говорю. Если не сбросили, это будет какое-то просто чудо, чтобы я удержался там сутки. Так, 600 мутагена. Давай еще быстренько с вами пробежим сейчас. Так. И накумариваем Ахламона моментально. Так, хорош от ладошки. Так, это, ребята, у нас третий был бой, да? Остается четвертый и пятый. В принципе, сейчас мы это с вами дело по-быстренькому прокрутим. Так, ну-ка се. Ага, все, поехали, ребят. Блин. Эй, хотел доснять эту серию, но, видите, мне здесь показывают, что принесли горячие шашлычки, ребят. Я думаю, что никто не будет против, если я сделаю небольшую паузу, поем шашлычков, а потом мы с вами продолжим. Ну, естественно, сейчас мутаген только мы добьем. Это в обязательном порядке. Лига от нас, я надеюсь, никуда не денется, да? И я думаю, что 15 минут погодки не испортят. Просто пока не горячие, не вкусные, вы знаете, да? Как они остынут, это уже будет совсем не то. Ну что, давай. Давай вот так вот сделаем. Хоба, чтобы быстро... Блин, чтобы быстренько его наказать. Ага, отлично. Какой запах шашлычков. Ёлки-палки, ребят, ну я прям не могу. Так, ну все. Все, наказали мы этого мутагеноида. И, соответственно, бежим. Я ж, черт подери, язык себе прикусил. Ой, как больно. Ладно, ребятушки, делаем небольшую паузу и увидимся. Ну, считай, буквально. Для вас это вообще секунды будет дело. Ну что же, ребятули, вот я, в принципе, и прибыл. Как говорится, шашлычок под коньячок было самое то, что мне надо. Расслабился малька, ну а главное, что мы с вами продолжаем играть. И сегодня... Мы уже закончили с вами? Да, мы закончили. Мы отправляемся сразу же с вами на турнирную арену. Так, ой, ребят, видите, меня сбросили все-таки с Лиги Сёгунов однозвездочной. Но это дело поправимое, я думаю, да? Да, вот именно вот с этих мы и начнем. Поехали. Ой, погоди. Что же я... А, ну в принципе да, все нормально, ребят. Берем нашего Леонардо. И вместе с ним мы возьмем... Хм, тут 43-й, да, уровень? Хорошо, тогда начнем, пожалуй, мы вот так. Раз, два, три. И еще нужен нам кто-то. Кто? Вот. Я думаю, что железная голова нам здесь поможет в этом деле. Хе-хе, здорово, Хламон. Так, ну что ж, приступим. Леонардо, вся надежда на тебя. Так, да, будем с тобой начинать с Криса. Давай накажем.
Опачки, опачки, ну, железная голова, твой выход. Надеюсь, ты не подведешь папочку. Молодец, красава. Ну что же, я надеюсь, сейчас мы с вами вернемся обратно. Да? Я, правда, не знаю, на сколько нас сбросили. Ага, 82-я позиция. Ну-ка. 60... Оу, ребята, слишком круто, я вам скажу. Да, нам придется слишком тяжело подняться обратно, как говорится, в сёгуны. Хм. Так, ну ладно, давайте тогда приступим. Раз, два, три. И возьмем еще мы с вами, знаете кого? В принципе, можно взять нейтрализатора. Ну, вы знаете почему, ребят? Потому что у него есть гранатомет. Я думаю, что если что, он сможет добить все-таки. Начнем. Да, вот отсюда, я думаю, пожалуй. Ну-ка, бомбани, Леонардо, пожалуйста. Не подведи папу. Блин, подвел. Подвел, гаденыш, а? Так, ладно, вы дуркуйте пока. Главное, чтобы никто не сходил. Ускоряемся. Мы делаем ускорение нашим Гекко. И вот, вот этого я ждал. Да. Согласитесь, очень даже хорошо у нас получилось. Соответственно, мы дальше с вами продвигаемся, повышаемся. Так, здесь мы пропустим. И какое место мы занимаем? 52-е. Еще. Блин, это только половину, ребят, пути мы прошли с вами. Тогда давай начнем, пожалуй, вот с этих вот ребятушек. Угу. Леонардо, ты опять мне нужен. И также, хм, давай, наверное, мы сделаем с вами. Блин, придется вот отсюда, ребят, плясать, а что поделаешь. И возьмем мы на этот раз с вами вот так вот, да. Я думаю, будет оптимально. Надеюсь, Бакстер меня не подведет. Ну что ж, Леонардо, опять твой выход. Начнем, пожалуй, секунду. Давай-ка мы начнем с Бакстера. Надо нам его положить. Есть! Шикарно, ребят, я вам скажу. Смотри-ка, Эйприл решила подхиляться, да? Ну-ка посмотрим, насколько мы круты. Не настолько сильно, насколько я бы хотел. Вот все. Ух, ну что же, двигаемся с вами далее тогда. Так, 52-е место было, да? Сейчас посмотрим, куда мы с вами передвинулись. Ну-кася. 39-я позиция, блин. Слушайте, я, ребят, немножко сомневаюсь. А сможем ли мы сегодня с вами вернуться в нашу лигу сёгунов? Блин, офигеть, за сутки, всего лишь сутки прошли, и нас так круто сбросили. Блин. Ну, караюшка, надеюсь, ты меня здесь не подведешь. Надеюсь, ты справишься. Да она должна, по идее, да? Так, ну что, Леонардо, начнем, пожалуй, мы вот... Слушай, вот этот доник опаснее будет. Потому что у него есть массовый удар. Да-да, он выпускает свои сюрикены. Карай, ну, не подведи меня, пожалуйста, плиз. Молодец, красавица ты моя. Отлично, ребята. Ну что же, я думаю, где-то на 20-ю позицию мы с вами, наверное, приземлимся, нет? Давай посмотрим. 20-ю позицию, пожалуйста. Блин, 24-я. Ладно. Еще, как говорится, у нас есть с вами, ребята, порох в пороховницах. Вот единственное, что враг становится все сильнее и сильнее, и нам придется как-то выкручиваться. Так, здесь мы возьмем с вами тигра. Угу, тигра возьмем. Возьмем также... Пиццелицева не стоит брать, он слишком ватный. Хм. Возьмем тогда караечку. Бакстера возьмем. И... Рокзара, что ли, взять? Ну, давай возьмем Рокзара. Хорошо, уговорили, ребят. Наша цель сегодня — добраться до сёгунов. Так, кого... Давай-ка мы начнем... Погоди-ка, нифига себе, у Рокзара, ребята, инициатива больше, чем у Леонардо. Это что-то с чем-то. Хм. А давай-ка я лучше тогда Леонардо, да, накажу. Попробую наказать. Хорошо, теперь делаем добивочный. Делаем вот на... Именно на Бакстере. Пробуем. И... Слушайте, очень хорошо, блин. Но с другой стороны и очень плохо. Да ладно. Да нет, быть такого не может. Блин, ребят, ну как же так-то? Как так-то? Так, секунду, секунду, секунду. Нам нужно, слушайте, я даже не знаю. Нам нужно похиляться.
Я боюсь, мы тут можем проиграть. Выпускает, да, маузер своих? Ё-моё! Я его ликвидировать буду сейчас, ребят. Нет, вначале нужно вот этих. Поехали. Ага. Ну и теперь добиваем уже Бакстера. Все, нормуль, ребята. Караечка, я думал, она упадет, но, как видите, она выстояла. И это очень хорошо. Так, ну а мы с вами продвигаемся далее. Так, какая позиция у нас? Девятое. Девятое место, ребята, это уже плюс. Это уже плюс. И будем с вами вот этих ребят разбирать. Кто это у нас такой? Билли. Ну что же, Билли, я думаю, ты будешь рад меня увидеть. Так, возьмем, наверное, Паукуса. Возьмем Эйприл. 46-й, 49-й, 49-й уровень, ребят. Это уже не шутки. Совсем не шутки. Так, возьмем Криса тогда и... Ну, блин, придется брать Пиццелицева, ребят. А чё? Никуда не денешься, вот так вот. Слушай, ну здесь крутые пацаны. Угу. Давай-ка мы начнем с Доника. Поехали. Отлично, ребята, вообще шик и блеск. Леонардо, я думаю, что он будет делать отхил, поэтому надо нам Ивана завалить. А может быть даже и... Да, вообще замечательно. Мне нравится. Мы прошли с вами вообще изейше здесь. Но не забывайте, ребята, что у нас закончились откаты. Так, ну, возвращайте меня. Да, вот я опять в сёгунах в одной звезде. Но у нас еще есть, ребят, с вами солдатики, юниты, которые могут за нас еще подраться. Это Раф, это, соответственно, Зек. И выбираем мы с вами... Но придется, а что ж делать-то? Опасно, это очень опасно, потому что брать таких слабеньких героев среди таких мощных, ну, вы сами понимаете, это чревато. Так, ну что, для затравочки бросаем бомбочку. Ой-ой-ой. Тихо-тихо, не надо суетиться. Делаем провокацию, потому что я не хочу, чтобы кого-то здесь обидели у меня. А мы будем раздавать люли. Так, отлично. Ой, массовый! Выстрелили? Блин, а я боюсь, что сейчас... Да, вот этого я и боялся, ребят. Также и этот может у нас упасть. Ё-моё, как же так, а? Ёлки-то палки, ребят. Я хотел как можно лучше пройти, но, видите, не получилось, к сожалению. Рафик, ну что ты? Вот так вот. Смотри-ка, выстоял. Хорошо, попробуем бомбануть. Ой, слабо ты бомбишь, конечно. Защита. Нам здесь она не поможет, я думаю, ребят. Минус. Ну, если мы сейчас с вами накажем... Наказали. Все, ребят, хорошо. В принципе, мы потеряли только одного бойца у нас. Поэтому, да, бонусы получим, конечно, не такие, как хотелось бы. Но все-таки мы укрепимся с вами. В сёгуне одна звезда. Какая позиция? 88-я. В принципе, это очень даже хорошо, ребят. Я думаю, что за 8-10 часов меня не сбросит обратно. И когда у нас произойдут, естественно, откатики, мы с вами продолжим играть. Ну, а пока больше и нечего. Хотя, подожди, ребята, у нас же, конечно, Усаги против духа. Давайте-ка поедем обязательно. Нужно здесь, ребят, сыграть нам. Так, кого нам дают? Блин, да ладно, вы издеваетесь, что ли, а? Вот она незадача, ребята, вот она незадача. Хорошо, хоть Лео дали. Я сейчас, конечно же, буду в первую очередь делать... Ну, он сейчас кого-то уронит, стопудово. Так, он сделал защиту. Угу. Лео, ну ты знаешь, что нам нужно сделать с тобой, да? Естественно, вертушку. Так, уложим, нет? Уложили, это хорошо. Так, теперь хильнемся от Эйприл. Усаги, он, конечно, такой, знаете, он злобный чувачок. Он любого может положить. Так, меткость мы ему понизили. Ну что же, это нам выгодно, ребята. Ага, сопротивление. А теперь давай с вертушки. Опс, есть. Ну что же, первая победа, ребят, за нами. Не знаю, конечно, что у нас будет в следующем раунде, но я думаю, что он нас, наверное, положит. Так. Две ДНК получили. У нас с вами есть сыр. Ну, я не знаю, ребят, стоит ли здесь вот 50 уровни. Давай попробуем. Как говорится, была не была, я рискую, ребят, но, по-моему, вряд ли мы вот такой командой здесь с вами справимся. Поверьте мне.
Так, он, значит, усилил всех, да? Ага. Ну, хорош крипа-то моего, блин, атаковать. Ну, все, он упал. Хорошо, я буду мстить, ребята. Я буду мстить. Опс. Он остался один. Ну что ж, давай один на один. Мы посмотрим, кто кого. Угу, вертушку. Так, ребят, мы, естественно, здесь хильнемся с вами. Так, теперь... Ну, давай попробуем так сделать. Смех на палке. Ну, Леонардо, давай, твой выход. Упс. Я думаю, если еще удар мы ему сделаем, так, он упадет. Смотри-ка, змейка Вьюн выдержал. Это круто. Все, он упал. Ну? Да ёпрс это, что ж такое происходит-то, а? Да он достал. У него слишком крутая инициатива, ребят. Он ходит чаще, чем мы. Ну, давай еще разок попробуем пробить. Вот так вот. Ну, а дальше, естественно, ребята, нам даже суваться не стоит, потому что он нас там просто-напросто положит. Так, теперь я, знаете, что сделаю? Я попробую выцепить карту. Ага, здесь три звезды, вот здесь можно попробовать. Ну, поехали. Так, 2 доллара, отлично просто. Ничего не могу сказать. Вот, вот оно, ребята, вот оно счастье. 2 ДНК мы все-таки получили с вами. А сколько нам вообще нужно для того, чтобы открыть... Да подожди ты, мне это не нужно. Чтобы нам открыть Усаги. Давайте посмотрим, сколько вообще нужно нам ДНК. Где-то у нас... Ну-ка, покажись. Ой, елки-палки. Ребята, у меня всего лишь 26 ДНК, а нужно 70. Это еще очень и очень долго, ребят, нам копить на него придется. Жаль, конечно, но что поделаешь. Слушайте, а вот здесь вот что нужно? Можно мне просто глянуть? Ой, 70 уровень. Нет, конечно же нет, ребят. Не получится у нас пройти, потому что у меня только один герой 73 уровня. Если бы было бы хотя бы трое, например, здесь был бы еще Рафаэль, да, и Рахзар, я бы без раздумий пошел. Но с одним Леонардо это бесполезно и бессмысленно идти. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте на этой ноте мы с вами будем завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. А на этом все. Всем пока и удачи!